События театра, его репертуары, конечно же, актеры. История четверти века описана в одной книге. К 85-летию Самарского театра юного зрителя «Самарт» вышло издание «Продолжение следует». Так назвали его авторы. Книга богата не только текстом, но и фотографиями, сделанными во время сотен спектаклей за последние 25 лет. Кроме того, подробно расписаны даты, имена режиссеров и актеров. Сам же театр существует с 30-го года 20-го столетия. Автором книги стал член Союза журналистов, Союза театральных деятелей России Валерий Иванов. Я же хотел представить, ну, как бы свое видение вот истории театра. И что касается творческой его жизни, это те спектакли, которые мне самому удалось посмотри. Я просто разговаривал с людьми, задавая конкретные вопросы, и они рассказывали и о себе, и о театре, о своей судьбе. Это вот большая часть книжки, это представление вот этого большого круга замечательных людей.